Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения города Кингисеппа и Кингисеппского района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной. В 41-м году самые ожесточенные бои были за город Кингисеппа. Город был оккупирован, но не сдался. Работала подполье. Партизаны не давали спокойно жить оккупантам. И 1 февраля 1944 года наш город был освобожден от фашистской чумы. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял город. Будем достойны памяти павших. Вечная память и вечная слава. Мирного неба и процветания городу воинской доблести, городу Кингисеппу.